Правительство Ульяновской области утвердило план по реализации соглашения с Федеральной антимонопольной службой России. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Морозов и заместитель руководителя ФАС РФ Сергей Пузыревский, который прибыл в Ульяновск с рабочим визитом. Это прорывной документ с точки зрения изменения экономических подходов к организации экономики, и Ульяновская область в этом отношении по сути является таким передовым регионом, в рамках которого можно в пилотном проекте реализовать по сути национальный план развития конкуренции. Договоренность о совместной деятельности с антимонопольщиками была достигнута еще в январе в рамках Гайдаровского форума. Продолжением стало документарное подтверждение совместной работы в марте этого года. Сразу после этого региональное министерство развития конкуренции вместе с Ульяновским управлением ФАС начал разработку специального плана реализации соглашения. На взгляд специалистов управления ФАС по Ульяновской области, план мероприятий должен помочь реализовывать конкуренцию и развивать ее в Ульяновском регионе не на словах, а на деле. План включает в себя 33 конкретных мероприятия. Все они направлены на сокращение государственного участия в экономике, повышение уровня профессиональных кадров, инвестиционной активности, прозрачности и качества управления закупочной деятельностью. Коллеги, я надеюсь, что вот в результате наших совместных действий с управлением Федеральной антимонопольной службы в Ульяновской области мы сумеем сформировать уникальный опыт, практику по развитию конкурентной среды. И для этого я еще раз повторяю, что мы не только по примеру Федеральной антимонопольной службы ежегодно будем выступать с государственным докладом о развитии конкуренции. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба готова оказать региону всяческое содействие. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.